ту сторону Киева, за ним Карпаты, я это уже говорил лет 5 назад, но сейчас наконец-то едет нормальная большая компания. Будем сидеть на Захид, ходить по горам, купаться в горных речках, мокнуть под горными дождями, наверное, греться у костра, курить в лесу и весело тусить. Надеюсь. Да, и мы первая группа, первый отряд, и за нами, возможно, догонку сейчас кто-нибудь приедет. Надеюсь, что мы до этого уже выдавали хотя бы, а лучше показал вам хороший Киев. Поэтому гасить будем ехать. Ну что, времечко 11:17, поворот за Раиленовку сделали. Идем. Не упасть. Это Фрама начал будет меня снимать. А это Полтава, она неизбежно пасмурно длинна, но еще нет полудня, а мы уже в ней, это не может не радовать. А еще если контрастит дофига стопщиков, они все или на Захид, или на Киев. Но мы первые, надеюсь. Ну, может, мы, конечно, сейчас туда придем, там уже стоит 10 человек, такие, хе-хей, чуваки, пойдем дальше что делать. Уходим от дождя. Холодненько. Чего в кустах? Не знаю, по именно сам хотел, но я что-то ему сниму хорошо. Подумание, солнышко и тепло. Под лобнами. Подумание, наверное, тоже солнышко и тепло, но мы под лобнами. А то потом поговорить, какая погода была в это время под Думанью. Не, ну под Думанью, наверное, тоже солнышко и тепло. Возможно, из-за чехла будет звук плохой, так что все хорошо. Я, правда, не знаю. А еще, знаете, если я вам скажу, как вы сейчас, значит, мы где-то в 300 километрах Киева, и сейчас без 15. Остановка, Перятин. Кое-как добрался до Полтавы. Вот под ней пришлось потом, правда, пройтись пёхо маленько. Ну как маленько, километров 10. Но пока, не знаю, стоим на стоянке, а дальше будем уже что-то. Может, или ехать, или буду ловить следующую. Ну, в общем, как-то так.
прямо в Полтаве дождь и преследовавший до самого конца не дал мне нормально вытащить камеру. Поэтому вот 9 вечера, Киев. Кое-как с хорошими людьми за две машинки я таки добрался сюда. В первой меня даже угостили кофе. И проехали с хорошей музыкой аж до Полтавы, а оттуда... Но, правда, от выезда пришлось пройтись, ну, километров 10 где-то около того, чтобы поймать вторую хорошую машинку, даже не машинку, а автобусик, который меня вот уже до самого Киева и довез. В какой момент кончился дождь, уже не скажу, наверное, чуть-чуть дальше Полтавы. Но пока идем искать метро. Все, что я думал про утро. В целом, я больше ничего не думаю. Утро же. Утро второго дня. Выбираемся. Пытаемся выбираться к дороге, чтобы найти маршрутку до трассы. Если б, зараза, GPS работал. А вообще красота. Угадайте. Да, из-за неработающего GPS на телефоне я зашел вообще не туда. Топографический кретинизм, человек с картой и в общем-то, Киев. Фух, так. Большая развязка. А куда мне сейчас? Влево, вправо. А, нахер. Так, хорошо, направление взято. Не люблю передвигаться по городу, да. Вот, я безбожно задерживаюсь. Но, во всяком случае, я нашел, куда мне идти. Ну, как обычно, в общем-то. На трассе. Но не то чтобы проще. Во всяком случае, нет запутанных, гребаных дворов. Фу. Дойти до остановки. Я почти на трассе. Ну, застряв в пробке на 40 минут, но кое-как все-таки выползя до пригородской маршрутки. Вот я уже в Тараканове. Ой, блин, Тараканове, блин. Капитановке. И сейчас будем плавно пытаться отсюда что-то ловить дальше. Времечко у нас ровно 10 часов. Но вышел всего на час позже, чем надо. И, собственно... Пункт назначения наш Тараканов. А сейчас надо найти, где можно упасть. Ну что, впереди уже виднеется знак заканчивающейся Капитановки. А значит, чуть-чуть за ним уже можно будет нормально, спокойно стать. Ну и здесь вот, вот за поворотом. Надеюсь, там будет нормальный карман и будет чем-нибудь ловиться. Ладно уж. Небо чистое, тучек не видно. Красота. А да вчера под дождем что-то совсем было не очень. Где же есть здесь стать, я не пойму. Вроде есть. А раз есть здесь стать, почему бы и не попробовать стать. Ривны, чоп. Самое то. Будем в 10 утра, говорили они. Я молчал. А мы котики, мы вовремя. Мы котики. А они не котики. Я не котик, я сатана. Сникерс, кола, буржуи. Нет, буржуи это если ты придешь ночевать. Точнее... Я бы не назвал это дождем, скорее это был ливень. А, ну нас там пока было слегка и все.
что там, дождь, тараканы, или там тараканы шипор. Наверное, мокрый. А я еще не говорил, там куча лопухов, высокая трава, это все мокрое. Сейчас будет такая мокрая. Зато мы первые в тараканове, а сейчас всего лишь... 4 часа. 4 часа? При том, что мы вышли в 12? Ну, 4 часа, и мы в тараканове. Если бы мы ехали до Львова, 5 часов мы были бы в Львове. Но нет, мы сегодня пойдем... Передаю слово следующим еще не мокрым ребятам. Попробуй на горе подобрать волоски. Сниму мерзкую погоду. И как мы... Ой, сейчас 6, да? А сколько мы здесь были? 4. Третий час ждем. Ждем. Всех ждем. Ну, поели вкусненько, клево. Сейчас настоечки еще и подожду Форкс. И подожду ставиться, подожду где-то ночевать. Хотя обещали, что он здесь вечно кончится. Подождем. Это таракановский форт. О, класс. Это кузов фуры, вернее, даже багажник. Мы сидим, едем себе до остатка вот пути, до Тараканова. Дальше 20 километров оставшейся маршруточкой, но, блин, мы едем в багажнике фуры. И вот они, наконец-то, они бегут, они прям бегут, прям по дороге, придурки, нужно было бежать по тротуару. Но нет, они бегут по дороге, а еще здесь очень клевый ресторан там. И они бегут прям по дороге, я прямо их вижу, да. Это уже точно ничего не слышно. Женский запах прогуляться. Далеко, да? Ой, нет. Мама не должна видеть, что это. Это прямая трансляция. Давайте берите все поступки, хотя бы за приезд. Ну, мы же заказали, да. Поступки можно сразу брать. Но тогда придется брать еще. Давайте уже дождемся. Давайте. Ты стесняешься, что тебя на вас? Что я не могу говорить, да? Я тебя поддержу. Мы душе это сразу. Так, это же снимаю. Ты куда хочешь? А я снимаю. Итак, мы наконец-то все собрались. Рекурсия. Так, господа, давайте выпьем. С камерами такие все модные. Сейчас вы не так, достал, что можно 10-8 снимать. Не знаю. Вот эта черновка, что ты в руках взял. Темная колганивка. Ребят, ну, собственно, текстура, что все мы здесь сегодня ололо. Ой, да. И за Жигурду. Николай Борисович, мы помним о тебе.
Да, что-то после СМР расскажи, уже не серьезно пока. Ну, это было в обратном порядке. Мягенько, да? Вообще мягенько. Видно, девочка с капшнем смотрит на все дело. Булгарно. Девочка скажет, что ты тихо охуела или... Кажется, тихо охуела или... Я помню, что я вспомнил. О, да. И свои тараканы есть. Да в том конце фон здесь уже не первый раз. Приезжали тут ко мне одни зимой. Чакру открывать. Потом босиком по снегу убежали. Да-да-да. Generation P, да-да-да. Это мысли было. О, хорошо. Ну, не реально. А мы, кстати, выходим на Сахаровской заправке, тоже водитель заправлялся. Взяли по кофейку, подвалят ребята, девочка с дредами, с рюкзаком, с карематом, спальником. И мальчик с косметичкой, то есть городским рюкзаком. Девочка на захер, мальчика оставляет. Ну и на объездной Житомир пара одна шла. Между Кием и Житомиром еще одна пара стояла. За Житомиром еще одна пара стояла. Ну здесь, я так смотрю, люди просто начинают уже встречаться на каждом шагу едущие. Это, знаешь, сезонная миграция пошла. Ну и захер. Люди, да. Ну вот такая она. Вон там выход справа. Ты солнышко. Влезаешь в кадр прямо вовремя. Прямо именно тогда, когда я нажимаю кнопку запора. Смотри, тут можно выставить рушницу и побахать на вход как раз. Хорошая идея. Бойница красивая, вот с этой стороны можно посмотреть. Вон. Здесь сидит чувак, он туда выставляет ружьё. И прям во входе... Ой, 35, прям как мой дом. Я. Что сделать? Застегнуться. Как? А, где вторая? Наружных. Угу. Окей. Смотри, за партнер Апрентис. ТПА. Производитель этих самых аромат для жижек. Ты маешь по 10 дней одного. А ты человек, который не может стрелять? Человек,
пойдем. Слышь? Вода. Птица. Вода. Птица, птица. Это что-то живое, не вода. Ну, птица. Птица или мышь? Мыши не скрещат. Здесь где-то... Ну вот в 12 штольях, в которых мы лазили, было то же самое, только уменьшили масштаб, так что надо ползти на четвереньках. А так тоже летучие мышки, вот примерно вот такая вот труба, и ты по ней ползешь на четвереньках. Периодически перелезая через воду. Милик. Ну, честно... Это в Киеве, да? Да. Мне, во-первых, с моим ростом было очень тяжело. Прям очень. Птица, птица. Это не вода. Ну, мыши, они же ультразвуковые, ё-моё. Я слышу ультразвуковые. Я тоже. Надеюсь, мы сейчас не станем Бэтменами все сразу, как в кино. Ага, это, кстати, было ёб. А это выход, ребята? О, летучая мышка выбралась на свободу. Ура, ура, ура. Она не стала нас кусать. Да. Да не хватает летучие мыши людей. Черт, габариты, габариты. Мне нужны габариты. Один энцефалитный клещ на лес размером с медведя. Ну там так и пишут, энцефалитный клещ. Мы сразу подумали, что он один. Логично. Очень клево, мы когда по Сноубару шарились, там в стороне от Туртроп есть такие пещеры, и там вот тренога стоит, котелок, дрова сложены.